Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 под Смоленском. Я Егор Гордеев, здравствуйте. Польская прокуратура считает, что российские авиадиспетчеры намеренно спровоцировали катастрофу. Самолет разбился 7 лет назад. По словам генпрокурора, эту версию подтверждает анализ вещественных доказательств. Кроме того, польские власти утверждают, что в башне управления полетами находилось третье лицо. Теперь власти страны намерены просить Россию о помощи в допросе диспетчеров. Но в Кремле с новой версией крушения не согласны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства катастрофы и так достаточно исследованы. Напомню, правительственный борт разбился под Смоленском в апреле 2010 года. На борту находился президент Польши Лех Качинский, его супруга и практически весь тогдашний польский истеблишмент. Все 96 человек погибли.